Серьезный вопрос. Что как-то не ассоциируешь с позицией Болони. А вот игроки Ювентуса были сосредоточены, опять же, возможным. И жесткий фол. Но мяч остается у Ювентуса. Есть возможность контратаку развить. Это Дебала. Паузу небольшую сделал. И даже потеряв равновесие, мяч у себя оставил. И делает пас на Игуаина. Пас не идеальный. Он загоняет позиционной атаки Ювентуса. Киллини. Заброс в штрафную. Обрабатывает мяч Дебал. Вот уже во второй раз у него не все в... Дмитрий Шнякин у микрофона из Москвы. Смотрим за тем, что выдумает Дебал. Да нет, вроде бы он уже в кадре, в игре, без повреждения. Дебала берет на себя игру, забрасывает мяч на дальнюю угол штрафной. Вот не факт, что это был пас на подключившегося по флангу Стурара. А ведь следовало бы. Жесткий стык. Но вот как оказалось, ну не скажу, что эпидемия травм, правда, была, но почти все те футболисты... Вот он как раз-таки с мячом. Балам. Регулярные смены позиций мы видим. Как старичок. Это я все к тому, что частые смены тренеров в Болонье. Дебала. Хватил мяч слева. Серия замахов. Ему достается. Удар. Опять же, после той самой травмы. Чикиуви за сердце хватается. После падения. Середина первого тайма миновала 1-0. Ювентус впереди на 6-й минуте. Забил, конечно, Гонсало Игуаин. Здорово в касании. Точнее, это для него 4-я игра. И набралось уже больше, чем в прошлом году в серии. Есть ли здесь офсайд? Есть. Но это не Игуаин. Знаете, поговаривают... И Игуаин. Ну вот о чем я говорил. Помните, в самом начале игры? Очень любит он из глубины тоже. Со здоровьем. И... по три чемодана собирает и отправляется то ли в Валенсию, то ли в Манчестер. Манчестер Юнайтед, он хочет закончить карьеру свою. Ческо, ну вот опять, вот он корпус ставит, но позволяет из-под ноги своей мяч выбить. То есть корпус-то он ставит жестко. На хорошем счету в раздевалке. Был дело, даже капитанскую повязку надевал. Ох, передача хорошая. Стураро пяткой оставляет. Например, в прошлом году Ювентус при Аллегри выиграл 5 матчей из 5 в январе после паузы. Виани нарушает правила. Дебала требует желтой карточки за срыв. Стартовый вернулся спустя 78 дней. А последний раз забивал он 15 октября. Внимание, удар, гол! Аргентинцы, ну, практически уже в первом тайме хоронят несчастную Балу. Пауло Дебала забивает свой пенальти. Победу команде принес. Великолепно исполняет он пенальти. По-моему, тот случай, когда уже особо и не смотрел на расположение голкипера, а просто сильно... с небольшим таким вращением. Стился подальше от прессинга. Здесь Лихштайнер. Ну, что это за обработка? Ну, было достаточно времени, чтобы и пас сделать точный. Дебала. Сложная передача. Гол в трибунное помещение получить. Гол в душ. Или в душу. Дебала. Ну, понятно, что форму набирает, что... Если взглянуть на состав, приобретения тоже ведь неплохими были. И в целом, поехали, второй тайм. Давайте о составах напомню. Гости в воротах — Миранте. В обороне слева, конечно, далеко не спринтер. Он скорее партнеров дождется, а те уже разбегутся. Это не самый лучший пас на ход Лихштайнер от Дебала. Правда, сам Пауло... Можно так и пахи дернуть. Подскользнулся. Подскользнулся Пауло. Я уже начал был говорить о том, что не все в порядке с газоном, хотя внешне он не в лучшем состоянии. Об этом уже давно говорилось. Вот правая нога проскальзывает. Правда, сам по себе одного из лидеров команды своей. Но Пауло вроде поправляет. Опорный полузащитник. И вот когда Болонья поднялась, вернулась в серию А. Ну и вот повторюсь, что Ювентус за ним следит. И рассматривает его в... Да, пока что вне игры в Дестром.
пускай вроде бы и на поле он лучший бомбардир, но с такой игрой. Ох, Хедира! Жаль, что еще чуть мяч не прокинул. И Эшдебал здесь пытался мяч перебросить. Партнер немного негодует, но там уже где-то на 65-й секунде. Победный, как оказалось, гол. Но спустя там минут 15 он получил травму паса. Это Маета. Вот он перехват. Заряжен, конечно, Ювентус на контратаку. Дебала, Дебала тянет мяч. Его преследует Вивиани. Рядышком помогает. Хедир не прав, мне кажется, Дебала. Надо было раньше мяч отдать. Не оказался в офсайде Пьянич. Пуляет мяч, прощает ему это арбитр, понимая эмоции защитника. Действительно не было. Вы еще тоже посмотрите. Мало времени у него. Внимание, Дебала мажет. Ну не здесь Квадрадо свеженький разогнался. Свобода действия у него здесь была. Хедира. Но все равно. Все равно. Ох, ошибка вышедшего на поле 22 номера Керицо. И пошла контратака через Дебало. Ювентус окончательно. Ювентус сегодня с очень хорошим настроением. Ювентус атаковал. Пожелаем здоровья, как и остальным травмированным в составе.